Стальной хват России, привет всем бендерам, кто активно занимается ломанием оверхендом, ну и другими стилями, в основном оверхендом. Снимаю калибровку 400-го гвоздя, он уже заряжен, чтобы время не тратить. В длине, вот она длина, 150. Ну, видео это интересно будет тем, кто уже подошел или очень близко к лому, потому что гвоздь, конечно, уникальный, гвоздь тяжелый, поэтому Олег, смотрим внимательно. В общем-то, я не нашел видео, поэтому снимаю видео с калибровочкой. Центруем, включаем по нулям, пошли давать натяжку. Внимательно смотрим за изменением параметров. 120, 160 очень быстро набрал, 200, 220, 230, ну вот где-то на 240, наверное, даже провалился, 250, 270, 280, 300. Все. 300. 308 килограмм. Ну, как он ломался, можно будет несколько раз просмотреть. Ну, за 220 лом шел. Вот сейчас он усаживается. Еще раз я подтяну, хотя мы этого как бы, ну, в ломании мы этого не делаем, подтягивания. Все, то есть полностью вышел на свои пределы. 315 килограмм. 315 килограмм. Вот, сейчас я покажу. Причем очень ровненько. Очень ровно. 315 килограмм. Ну, сейчас померяем, сколько это. 315 килограмм. Посмотрим, на скольких градусах. Затягиваю достаточно крепко, потому что велика вероятность, что может стрельнуть. А на таких усилиях не хотелось бы получать себе в лоб. Поэтому ну вот. Как бы так. Двадцать пять градусов. 315 килограмм показал вот этот вот 400-й гвоздь, обрезанный на 150. Всем удачи, здоровья, ломаем железо.